этот постановочный, я не понимаю, вы кого наебать-то пытаетесь? Это же видно, что это все реклама, одна огромная реклама. Короче, братишки мои, я сейчас сделаю реальное свидание с красавицей, чтобы навсегда закрыть вопрос про постановки, не постановки. Нашел одну телочку. Короче, она вот-вот должна прийти. Все на ваших глазах, в этот раз все в прямом эфире. Ну че, где ты есть-то, ёпта? А, во, идет. Привет. Привет. Че так? Крутое видео. Че, у меня на лице что-то ржешь? Нет, а ты блогер, да? Нифига я попала. Да не, какой я блогер, ты че угораешь? Я этот, я братишка, так, у меня есть там блогер знакомый, понятно. Но я-то не блогер, какой ладно, я блогер? Все, пошел ты нахуй, господи. В первый раз узнали. Ну ничего, я не отчаиваюсь, еду еще к одной. О, вот она. Ну я достаточно посмотрел за 2000 рублей. Ты запрыгивай, не стесняйся. О, привет. Привет. Привет, ну чё? Как делишки? Отлично, хорошо всё. Чё, голодная, в ресторан поедем? Нет, я класс. Сейчас салатик с тунцом съела, потому что не голодная. Классный видео. Салат с тунцом? Ну да. А чё, может, следующее твое блюдо, это будет салат с хуйцом? Типичный РП-ивент на СП. Классное видео, спасибо за 2000, большое тебе, донатер, спасибо. Я тут купил ключ. Блять, до конца посмотри. Сука, за 3000 рублей. Да это будет салат с хуйцом. Машину, стоп. Останови машину. 3000 дали. Ничего, просто рублей. Останови машину. Не, вы вообще уже можете что уходить. Что случилось? Останови машину. Все нормально же общались. Что за шутки-то такие? Нормально общались. Так, стоять. Ты эклер-то будешь есть? Какой эклер? Такой эклер, который... Ты иди съесть. Блядь! Бомбит! Меня бомбит, сука! Ладно, это забавно. Короче, братишки, это просто полный пиздец! Я вообще не ожидал, что это будет настолько тяжело делать с настоящими тёлками. Так, вроде вырубил, да? Алло, да, это я. Короче, все как договаривались, там встречаемся и записываем. Да, 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 просто это, импровизировать буду, какой сценарий. Ну, конечно, не обижу денег. Не, в 2017-м это было охуенное видео. Тогда, когда еще Афоня хайпил. Сейчас никто не знает, блядь, Афоню. Всем похуй. Ну все, давай, накрасься нормально. Заебали, блядь, эти выебанные в рот братишки. Братишкины. Поехали, братишки. Короче, сейчас будет реально нормальное свидание с красавицей. Иди сюда. Давай, иди. Привет. Привет. Ну ты дурак. Заебись. Ну чё, давай рассказывай, ты там чё, учишься, работаешь? Не работаю, учусь. А работать-то когда пойдешь, а? Блять, классное видео. Если я его сейчас скипну, он еще 1000 рублей даст, чтоб я его досмотрел. Бля, рыза. Ты странный. Танцуй, танцуй, блядь! Танцуй, сука!
3000. Не, я специально это смотрю, потому что я завтра приеду в деревню, у меня бабушка с дедушкой опять будут говорить, ну как там, как у тебя работа, вот, чё, работаешь вообще? Я скажу, да, вот вчера посмотрел 8-минутное видео за 3000 рублей, типа. Так, 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 алё, блядь, тихо, 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 блядь, всё, успокойся, нахуй, не шутки. Алё, да, Миранчик, я слушаю тебя. Ты придумал новый влог со мной, где я эклеры жру с говном? Конечно, с братишка, не вопрос, братишка, Амиран, для тебя. Да, сказать, так, почему? Потому что я твой хороший мальчик. Ну чё, сука, продолжим. А, сука, блядь! Шлюха! Шлюха! Так. Ну чё, ребята? Мне кажется, свидание в этот раз точно удалось. Надо пойти по традиции подарить наши красавицы цветы. Поехали. Сейчас откроем перед красавицей все карты. Это, короче, розыгрыш, блядь, слышишь? У меня канал свой на Ютубе. Афоня ТВ. Афоня ТВ. Это розыгрыш? Да, да ну нафиг. Блин, я реально повелась. Да все верят, это нормально. Слушай, ну я думала, нифига ты такой крейзи. Да все верят, это нормально. Я крейзи. Короче, я думал, что ты вообще выйдешь, когда я пердеть начал, но ты что-то не вышло. Все, подписывайтесь на канал, скоро будет реально качественный контент, все нормально, ребята. Бля, охуенное видео. Ебейшее видео, реально топовое. 3000... Да. Игрок СП, герой повести. Трудно быть богом, не зная неровности. Не осуждаю чужие оплошности. Каждый из нас имеет наклонности. Кристаллы забивы, ублюдки. Штрафы малы, ты уплатишь за сутки. Но Кена не спит ни минутки. Ты будешь забанен за свои проступки. Белые ночи, дворы, покаяния. Ты достоин всего, кроме внимания. В жизни так много пустого страдания. Как после бана за мозга ебания. Вот наступила кровавая ночь. По головам баны сыпятся прочь. Пасти мой хоми не смогу помочь. Собирай ресы и внучку волочь.